102 года исполняется в этом году российской полиции. Своим профессиональным праздником дату 10 ноября считают сотрудники розыска, постовые, участковые, работники транспортной полиции и ГИБДД. В преддверии праздника сотрудников и ветеранов МВД поздравил губернатор. Репортаж Ирины Забродиной. На торжественный прием к губернатору пригласили лучших сотрудников полиции по итогам этого года. Среди них Петр Складнев. 15 лет назад начинал службу как оперуполномоченный уголовного розыска. Теперь начальник отдела по борьбе с организованной преступностью. Сложное такое направление, требует очень длительных разработок, да, то есть длительных подходов, да, то есть большого затрата человеческих, там, людских ресурсов, да, то есть как бы, ну, большие объемы работы проводятся, иногда на это уходит от полугода до 2 лет. Одна из последних длительных разработок его отдела – задержание ОПГ в Комсомольске. Организованная преступная группа занималась мошенничеством в банковской сфере. Как именно, пока говорить нельзя, ведется следствие. А вот о подробностях прошлогоднего дела рассказать уже можно. Предприимчивый мужчина средних лет с 2 высшими образованиями, в прошлом судимый за экономическое преступление, наладил подпольный игорный бизнес в Хабаровске и Амурске. Было порядка 8 человек, да, то есть как бы именно непосредственно людей, которые организовывали эту деятельность, да, то есть изъято большое количество игорного оборудования, финансовых средств, да, то есть, ну, деятельность их полностью ликвидирована. Структура современной ОПГ за последние десятилетия изменилась. Если раньше в основном это были уголовные преступления, то теперь мошенничество в банковской сфере, незаконная добыча рыбы, леса в больших промышленных масштабах. И хотя статистика свидетельствует, что ОПГ стало меньше, отдел Петра Складнева ежегодно возбуждает около 250 уголовных дел. Только в этом году правоохранительные органы на территории региона раскрыли почти 9 тысяч преступлений. И это, наверное, самая лучшая оценка вашей работы. Профессиональный праздник сотрудники органов внутренних дел отметят 10 ноября. Кстати, изначально дата связана именно с полицией, а не с милицией. 10 ноября 1715 года в России была создана служба общественного порядка, которую и называли полицией. Ирина Забродина, Семен Сахно, телеканал «Губерния».